Добрый день, уважаемые слушатели! Меня зовут Кирилл Морозов, и я являюсь куратором и преподавателем курса «Системный инженер». В течение обучения вас ждут увлекательные путешествия в мир информационных технологий и системного администрирования. Вы узнаете, в чем преимущества и недостатки операционных систем Windows и Linux, как защитить себя и свою организацию от утечки данных, как лучше организовать работу IT-подразделения на предприятии, что такое оборудование Cisco, что такое Asterisk и с чем их едят. По окончанию курса вы получите диплом о профессиональной переподготовке, с которым вам будут открыты все двери мира IT.